Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов Боруссия Дортмунд-Севилья. В первом матче Дортмунд взял волевую победу 2-3. Хозяева очень удачно начали матч. В результате небольшого рикошета испанцы повели в счете уже на 7-й минуте. Но тут у Дауда получился точный удар с полудальней дистанции, и пока хозяева приходили в себя, желто-черные разыграли классную стеночку. Холланд выскочил 1-1 и вывел Боруссию вперед. Под самый занавес первого тайма Холланд делает дубль и фактически снимает вопрос о победителе матча. Все, что удалось испанцам, сократить отставание в счете и сохранить небольшие шансы на ответный матч. После первого очного матча с Дортмундом Севилья выиграла 2-0 у Осасуна, затем дважды с таким же счетом проиграла Барселоне и на выходных уступила Эльче 1-2. У Дортмунда 3 сухих победы над Шальке, Арменией и Гладбахом. На выходных Боруссия проиграла Баварии 2-4, ведя по ходу матча 2-0. Перед Севильей стоит архисложная задача забить дважды в Дортмунде и при этом не пропустить. Задача из серии «Миссия невыполнима». Вряд ли Боруссия упустит общую победу в такой ситуации. Сценарий ответного матча изначально предполагает агрессивную игру со стороны гостей, что развяжет руки хозяевам и даст возможность действовать на контратаках. Такие игры обычно проходят результативно. Низовой матч возможен, если, скажем, хозяева забьют гол 2 и тем самым как бы окончательно успокоят гостей. Но здесь в любом случае Севилье надо забивать как минимум 2 гола, а пропущенный гол 2 усложняет задачу всего лишь на 1 забитый гол. Поэтому Севилья должна бы биться до конца. Здесь опять должно бы быть забито много голов. Обе команды по 3 из последних 4 сыгранных матчей отыграли на обе забьют нет. Настала очередь результативной игры на обе забьют да, в которой в норме хозяева не должны бы проиграть. Из связки ставок Total больше обе забьют до 1x, самый высокий коэффициент стоит на Total больше 1.65, на обе забьют до 1.52, на 1x 1.41. Как видим, на все предлагаемые варианты даются невысокие коэффициенты. В качестве альтернативы можно взять Total больше 3 гола за 1.91. Если говорить о самом надежном варианте, то, пожалуй, ставка на обе забьют да очень вероятна на эту игру. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизмом и удачи. Будьте здоровы!